Здравствуйте, в эфире Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Самое важное к этой минуте. Гуманитарная помощь. Кабардино-Балкария направила продовольствие жителям Новороссии. Республиканская программа по трудоустройству инвалидов в действии. Удобно, практично и деньги зарабатываешь. Более 100 людей с ограниченными возможностями в этом году получат работу. Вместе мы сильны и едины. Грандиозный праздник провели в станице Солдатской в обновленном спортивном зале. Переселение из ветхого и аварийного жилья, выделение субсидий в сфере дорожного хозяйства и сельхозпроизводства. Сегодня республиканский кабинет министров рассмотрел два десятка вопросов, касающихся социального и экономического развития региона. О деталях расскажет наш корреспондент Адам Абазов. На заседании правительства Госкомдор Республики предложил на утверждение документа в порядке предоставления и расходования субсидий из казны Республики местным бюджетам на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства. Нормативный акт должен обеспечить прозрачность использования и доступность финансовых средств. Появится также возможность мониторинга ситуации в отрасли, подчеркнули разработчики. Внесены изменения в положение о предоставлении соцвыплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим на селе, в том числе молодым семьям и специалистам. Сегодня же Кабмин утвердил разработанный Минстроем КБР изменения в адресную программу переселения граждан из аварийного жилья до 2017 года. Поправки в основном касаются объектов столицы республики. По третьему этапу программы в 2015-2016 год для расселения аварийного жилищного фонда общей площадью 9356,3 квадратных метра в городском округе Нальчики предусмотрено 252 миллиона 713 тысяч рублей. При разработке программы исходили из предельной стоимости 1 квадратного метра приобретения или строительство помещений для Кабардино-Балкарской республики в ценах 2014 года. Зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства Мой Дадов проинформировал об образовании правительственной комиссии по вопросам оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Сегодня же Кабинет министров республики должен подписать и отправить в Госдуму соглашение с Рострудом о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в КБР. Она подразумевает работу у частных лиц, не зарегистрировавших свои предприятия. Перед субъектами Российской Федерации поставлена задача легализовать 30% от численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, официально не занятых. Цифра, которая согласована, обсуждена с Министерством ведомствами, составляет 38 329 человек. А следующим этапом нашим будет разбивка этой цифры по муниципальным образованиям. Распоряжением правительства образован оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню возрождения балкарского народа. Сформирован состав ответственных за организацию недели детской и юношеской книги в рамках года литературы. Министерство культуры сегодня также утвердило списки работников искусства, получателей государственной стипендии КБР на текущий год. Адам Абазов, Сафар Гириев, Анатолий Дерико, Вести Кабардино-Балкария. Накануне из Нальчика отправился гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он вошел в состав уже 30-го конвоя, который формируется в Ростовской области. Организовала акцию Компартия России. В Кабардино-Балкарии к машине с гуманитарной помощью примкнул транспорт из Северной Осетии. По пути присоединились автомобили с предметами первой необходимости, собранными активистами партии из Ставропольского края. Грузов сегодня, как всегда, это если продукты питания, то это обязательно продукты питания длительного хранения. Это макароны, это крупы, это мы отправляем муку, мы отправляем консервы, мы отправляем в том числе и есть часть воды. И, как сегодня стало известно, колонна уже находится в Ростове. Сейчас формируется груз для дальнейшей отправки в Новороссию. Продолжаем. В приоритете трудоустройство людей с ограниченными возможностями. В прошлом году работу нашли 108 жителей республики, более полусотни прошли переобучение. Какие возможности в сфере занятости есть у инвалидов сегодня, расскажет мой коллега Альберт Карцаев. В справочной информационной службе «Все обо всем» Дмитрий Кулагин работает с сентября прошлого года. Инвалид третьей группы, он вместе с тремя другими специалистами поступил на работу по специальной целевой программе трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занимаются в основном размещением информации в соцсетях и оформлением официального сайта. Я дизайнер по специальности, занимаюсь непосредственно разработкой контента для сайта и для группы нашей ВКонтакте, недавно созданной.
и администратор одновременно этой группы. У Гумара Машукова врожденная глаукома глаз. Несмотря на недуг, он получил медицинское образование и специальность массажиста. На учет в центре занятости он встал месяц назад. В настоящее время работает в санатории «Грушевая роща». Работодателю на оборудование специального места центром занятости было выделено около 70 тысяч рублей. Для нас главное то, что он хорошо работает, что у нас есть массажист. Отдыхающие довольны. У Людмилы Беровой проблемы с сердцем и щитовидной железой. Работу искала в течение 5 лет. Периодически устраивалась на временную, но из-за болезни сложно было подобрать такую, которая не наносила бы вред здоровью. При содействии службы занятости в дошкольном учреждении для нее оборудовали рабочее место. Я здесь с 8 до 4 работаю, укороченный день, что большой плюс для меня. И то, что вот стиральные автоматы не так трудно работать, повесили, вот, высохло, погладила, раздала и все. Удобно, практично и деньги зарабатываешь. В целом, в рамках реализации программы трудоустройства инвалидов в прошлом году на профессиональное переобучение было направлено более 50 жителей республики. Работу нашли 108 человек с ограниченными возможностями здоровья. Созданием и оборудованием рабочих мест для них занимались около 30 предприятий и организаций республики. Работодатели создавали рабочие места для трудоустройства инвалидов, принимали их на работу, а служба занятости возмещала затраты работодателей на создание рабочего места в определенном размере. Сначала эта сумма была 69,3 тысячи рублей, а с сентября 2014 года 100 тысяч рублей. Программа по созданию специально оборудованных рабочих мест для инвалидов продлится до 2020 года. В нынешнем году также будет трудоустроено более 100 людей с ограниченными возможностями здоровья. Альберт Карцаев, Исият Битуганова, Эльдар Ногмов, Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. В Баксанском районе в результате ДТП погиб пешеход. Авария произошла минувшим вечером на 2-м километре трассы Прохладно-Азау. Как сообщили сегодня в ГИБДД, житель Баксана на автомобиле Нива двигался в направлении Прохладного и допустил наезд на мужчину. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Мужчине на вид 50-60 лет, седые волосы, рост выше среднего, был одет в военную форму цвета хаки, серый свитер и черные ботинки. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности погибшего, позвоните по телефонам, которые сейчас на экране. Накопительная часть пенсии может быть признана собственностью россиян. В этом случае правительство больше не сможет ею распоряжаться и принимать решения, например, о ее заморозке или перечислении в счет страховой. Как пишет сегодня «Российская газета», о такой возможности заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. В целом, по мнению экспертов, в отношении пенсионных средств сейчас существует экономическая коллизия. Поэтому есть смысл искать пути устранения возможных несоответствий. Напомню, по решению федерального Кабмина с прошлого года накопительная часть временно перестала поступать в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, а пошла в страховую составляющую, то есть в разрез с выбором самих граждан. Заявления о том, что ситуация может повториться и в следующем году, вызывают бурную дискуссию. Между тем, сама инициатива юридического признания пенсионных накоплений собственностью людей принадлежит Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Сейчас эти средства оцениваются в 3 триллиона рублей, но они считаются собственностью государства. В Кабардино-Балкарии растет добыча полезных ископаемых. Информацию об этом сегодня распространила пресс-служба Минприроды и экологии КБР. По итогам 2014 года в бюджет республики по этим статьям поступило больше 9 миллионов рублей. В списке тех, у кого есть право пользования недрами для добычи и геологического изучения, 65 предпринимателей. У 28 лицензии на песчано-гравийную смесь, у 8 на вулканический пепел. Семеро занимаются кирпичными суглинками и глинами. Из недр также получают камень, песок и керамзитовое сырье. В сообщении также говорится, что индекс промышленного производства по этому виду деятельности за 2014 год вырос и составил более 116%.
Продолжаем. Миноборнауки России проводит творческий конкурс сочинений и рисунков под названием «Профессия», сообщает сайт федерального ведомства. Участие в нем смогут принять школьники и студенты профтехучилищ. Работы должны отражать специфику профессий и будущие перспективы. Сочинения и рисунки в электронном виде следует отправить до 3 апреля на сайт, адрес которого вы сейчас видите на экране. Победителей определят 15 апреля, после чего они смогут претендовать на представление своих работ на чемпионате World Skills, который состоится в августе в Бразилии. В Национальной библиотеке имени Мальбахова прошел литературный вечер, посвященный Дню Возрождения Балкарского народа. В отделе краеведения развернули выставку документальных изданий, посвященных тому времени. На встречу собрались школьники, учителя, а также сотрудники библиотеки. Говорили о тяжелых днях депортации и о том, каких усилий стоило балкарцам вернуться на родину. Писатель, руководитель литературного объединения «Радуга» Борис Глашев вспомнил случай, о котором ему рассказывали очевидцы. В Казахстане активист и общественный деятель Адальбис Саттаев написал письмо Сталину с просьбой освободить его народ и вернуть домой. На тот момент такой поступок считался неслыханной дерзостью. Саттаева наказали жестоко, суровой зимой, заставили просидеть ночь в подземной шахте, откуда никто живым не выходил. Но Адальби остался жив, потому что все это время, чтобы не замерзнуть, танцевал. Конвоиры были настолько потрясены крепостью его духа, что отпустили арестанта. Площадка для занятий спортом, сдачи норм ГТО, а в перспективе для подготовки олимпийцев. В станице Солдатской по программе «Единой России. Здоровое поколение» отремонтировали спортзал. На празднике в честь его открытия побывала съемочная группа «Вестей». Слово нашему специальному корреспонденту Сафару Гириеву. Теперь уже светлые и уютные. Стены и потолок здесь заново побелены и окрашены. Установлены современные стеклопакеты. Закуплен новый спортинвентарь. Реконструкция спортзала шла по программе «Единой России. Здоровое поколение». Чтобы с этих стен школы выходили не только отличные ученики, медалисты, но бы в стенах этой школы, этого спортивного зала родились бы прекрасные, знаменитые или именитые спортсмены. У нас в районе в рамках этого комплекса отремонтированы 5 спортивных залов, в том числе и вот этот зал. Но вот этот зал в таком формате, он единственный у нас в районе, потому что он будет готовить олимпийский резерв. В этот же день 6 команд из школ муниципалитета провели в новом спортзале межпоселенческий спортивный праздник «Вместе мы сильны и едины». Состязались в баскетболе и армрестлинге. Быть может, среди этих ребят будущие олимпийцы, которые смогут достойно представить нашу республику на большой спортивной арене. Но, как утверждают специалисты, физкультура и спорт для них не менее важны, чем хорошо оборудованные кабинеты и современная компьютерная техника. И это правильно, ведь нам в первую очередь нужно здоровое поколение. Как отметили ребята, теперь заниматься физкультурой стало удобнее и приятнее. Можно не только показать свои спортивные способности, но и добиться высших достижений. Дает хорошую подготовку, хорошие условия. Раньше было, конечно, гораздо хуже. Сейчас, тем более, Единая Россия поддерживает нас и готовит ГТО, готовы к труду и обороне. Я думаю, мы все сдадим этот барьер. Становление и развитие спортивно-игровых сооружений, в том числе посредством строительства новых комплексов, реконструкции школьных залов для проведения физкультуры, по-прежнему остается одной из приоритетных задач всех органов власти. За 2014 год в рамках проекта «Единороссов. Здоровое поколение» в 30 регионах страны отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием около 3000 спортзалов в сельских школах. Сафар Гириев, Анатолий Дерико, «Вести», Кабардино-Балкария. И последнее. В горах Кабардино-Балкарии лавина опасна. На территории республики местами возможен туман. Республиканская МЧС распространила сегодня экстренное предупреждение. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Возможны повреждения автодорог, строения линий связи и электропередачи. Спасатели рекомендуют туристам не кататься вне горнолыжных трасс, а местным жителям не выходить в горы в непогоду. На этом пока все. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 17:10.